Озеро Силикатное. Народ купается. На улице 30 градусов. Катюша моя тоже собралась купаться. Прямо очки берет. Что? Да иди в воду сперва, потом оденешь свои очки. Сегодня очень-очень душно. Они пошли купаться. Наша лягушка кувыркается, плюхается в воде, наслаждается. Была довольная, счастливая, когда сказали, собирайся купаться. Вот в размашечку, молодец. Детвора бегает. Давай. Удовольствие выше крыши у детей. Выходим? Ну, отдохни немножко, Катя, отдохни немножко. Никак не хочет отдыхать, и сразу в воду.
так наша детвора. Для нее вода это только спасение в жару и отдых. На скутерах, да, катаются. А, вон, да. Она пошла под воду, говорит. Красиво, хорошо. Вода, наверное, сегодня уже мутноватая, да? Баламутили. Да она тут с края. Да. Народу очень много сегодня, да. Народу очень много. Весь берег отдыхающих сегодня и загорающих. Отличный день для отдыха. Сегодня и во Владивостоке много народу. Смотрел веб-камеру бухты Лазурной. Народу очень много. Солнце сегодня там. Вот у нас уже в Спасске тоже появились, на таких вот досках плавают, или как они называются, правильно, точно не скажу, не помню. Молодцы. Прямо скользит по водной глади, великолепно. О, чайка. Что чаечки что-то не могут поделить, что ли? Прямо вон. Опа, и упал бедный. Ты посмотри, как на него налетают чайки. Это что такое? Что-то невероятное прямо происходит. Так я и не понял, в чем дело. Так, где моя купальщица? Из вида ее выпускать нельзя. Сегодня мы находимся на озере Силикатном. Посмотрите, стоянка практически заполнена автомобилями. Уже немножко разъезжаются, 6 час. До этого вот мы приехали, было трудно вообще встать. Народ отдыхает. Погода позволяет. 31 уже на улице. Поэтому люди приехали, отдыхают, наслаждаются. Летом неделя у нас была дождливая, а суббота выдалась великолепная. Ну и дождь нам тоже был нужен. Больше 2 месяцев не было дождя. Поэтому мы не ропщим. Мы только наслаждаемся. Пока лето у нас нормальное. Вот только тучи, да, тучи немного, правда, сместились. И пошли в сторону Арсеньева, наверное. Уходят в ту сторону, сдвигаются. На Спасск не идут. Уходят как бы в сторону. Стягивает и стягивает ветерком.
Благо ветерок сегодня есть. Вот такие вот дела. Там вот база отдыха называется. Островок, 12 месяцев работает. На территории сделаны вон беседки, домики. Народ там отдыхает. Приезжают, заказывают и отдыхают. Ну и, как говорится, вот там вдали тоже нужная вещь сделанная. Как бы все, видите, обустроено. Пусть не супер-пупер, но нормально. Ну, хотя вон висит табличка, купаться запрещено. Вот такие вот дела. Ну, еще немножко отдохнем, посидим и тоже поедем. Рассказывай, как тебе понравилось купаться, нет? Понравилось. Я тебе могу постелить, когда ты загораешь. Еще сегодня давай будем купаться? Ну, говори. Да. Ты... Да? Угу. Что ты видела в воде там в своих очках? Ничего, там все было мутно. Мутно, мутно, вода мутная, падай, да, сегодня. Головой сюда. Падай, позагорай. Давай туда, головой сюда. Все, позагорай, погрейся. Ну вот, теперь немножечко загорим, согреемся и опять купаться. Ну, чтоб я сумку не давила.